Здравствуйте, меня зовут Георгий Мымрин. Мы находимся в ближнем Подмосковье на территории яхт-клуба «Буревестник». Сегодня я расскажу вам об абсолютном бестселлере американской судостроительной компании Sea-Ray, Sea-Ray 320 Sundancer Coupe. Этот круизер, а по своему функционалу настоящая мини-яхта, впервые была представлена в Европе на выставке в Дюссельдорфе в прошлом году, а по итогам 2020 года стала самым продаваемым круизером в США. Чем же этот катер так отличается от конкурентов? В первую очередь бросается в глаза необычно большой объем кокпита. В отличие от других катеров свыше 10 метров, у этого катера нет боковых проходов, поэтому внутреннее пространство у него стало объемом, как у небольшой яхты. Сильная сторона Sundancer 320 – четкое зонирование. Зона для купания оснащена гидравлической купальной платформой грузоподъемностью 227 кг, позволяющая легко как спускаться, так и подниматься из воды. На ней также можно установить всевозможные водные игрушки типа Seabob или небольшого стоячего гидроцикла. После купания можно воспользоваться душем с горячей и холодной водой. Кокпит может превращаться в огромную зону для загорания благодаря откидной спинке и столу-трансформеру. А в обеденное время вокруг этого стола-трансформера может собраться до 7 человек. Дизайнеры Sea-Ray перенесли кухню из каюты в кокпит. Благодаря этому кулинар во время приготовления блюд наслаждается свежим воздухом, солнцем и общением. Кухня оснащена мойкой, электрическим грилем, холодильником, рундуками. Версия купе имеет большое лобовое стекло, которое вместе с боковым остеклением полностью закрывает кокпит катера от дождя и ветра. Проход в носовую часть очень удобен и безопасен даже для ребенка. Отодвинув вправо часть лобового стекла, мы проходим к трем лежакам, размером которых может позавидовать даже большая яхта. Пост управления оснащен двумя сенсорными экранами SIMRAD, на которые выводятся не только показания работы двигателей, но и навигационная обстановка, данные радара и эхолота. Здесь же находятся клавиши управления форточками, джойстик управления носовым подруливающим устройством, позволяющий легко швартоваться даже в тесной марине в плохую погоду. Кнопки управления якорной лебедкой, стартом и остановкой двигателей. Слева от руля располагаются кнопки управления освещением, в том числе голубой вечерней подсветкой. Катер оснащается двумя стационарными моторами с угловыми колонками, как в дизельном исполнении общей мощностью 530 лошадей, так и, возможно, вариант бензиновых двигателей общей мощностью 700 лошадей. При этом катер даже на больших скоростях прекрасно управляется и обладает великолепной мореходностью. Еще одна зона – каюта с четырьмя спальными местами. Наиболее удобной является кормовая спальная зона, которая может быть представлена как двумя одинарными, так и одной двуспальной кроватью. Здесь же находится пульт управления климат-контролем. С помощью стола-трансформера носовую зону также можно превратить в двуспальное место. Здесь же расположен еще один холодильник с морозильной камерой и СВЧ-печь. Просторный санузел оснащен всем необходимым для длительного проживания, в том числе душем с горячей и холодной водой. Катер Sea-Ray Sundancer 320 является самым современным из катеров-круизеров и вобрал в себя все самое лучшее, что было придумано для этого класса. Именно поэтому этот катер так популярен у покупателей. Более подробно об этом и других катерах Sea-Ray вы можете узнать у официального представителя Sea-Ray в России, Буревестник Групп.